Продюсера Женьки КТК, четвертьфинал. Игра сегодня прошла по нашему сценарию. Сыграли дисциплинированно, грамотно. Первый раз за турнир не пропустили, забили 4. В основном владели мячом, создавали достаточно много моментов, много еще не забили. В общем, сегодня игра, можно сказать, получилась. Хотя соперник старался, играл временами очень неплохо, создавал тоже моменты. У нас нужные моменты выручал в руках. Так что, в общем, исходим из того, что прошли вперед, но прибавлять еще есть в чем. Будем стараться.